Я знала Снегина, Бауржан Мамушел и дядя Малика Габдуллина. И вот по поводу этих 28 панфилцев, этой цифры, я считаю, что этот вопрос надо взять раз и навсегда похоронить. Возьмите лопату, вы лично, идите туда, под Ржев или где-то, выкопайте хотя бы одного, идентифицируйте и похороните. И вам большое спасибо. А не вот это мытье. Сколько их было? 28? Нет, 38? Нет, 48? Почему в песне поется про трех ребят, а не 18 с высоты? Ну, так бывает. Почему, когда в Бородинском мы говорим батарея Раевского? Ну, что-то мало других было, что ли?